тому моменту, когда Бог создал семью, мужчину и женщину, сотворил человека. И Бытие, 1 глава, 27 стих говорит, что «И благословил Бог и сказал». И вы знаете, благословение Божие, оно дано в Слове Божьем. И те, которые принимают это Слово Божие и по этому Слову стараются жить и поступать, то Бог обеспечил свое Слово и благодатью, и материальными ценностями. Поэтому пусть Господь благословит. Вы знаете, что Слово Божие говорит, и дети – это награда, да, и жена – это благословение, данное Богом. Поэтому я не знаю, почему такая милость у Бога к братьям, да, и жен дает, и детей дает, да, и все необходимое дает. Друзья, это просто определение Божие. Слава нашему Господу! Извините, пожалуйста. Я сейчас почему-то вспомнил, знаете, сегодня такое необычное служение, поэтому вы уж меня простите за нестандартное поведение. Когда мы получили землю строиться, и были жизненные минуты сложные. Этот парень еще был холостой, и он очень часто нам помогал. И жил с моими детьми в палатке. Вот, когда мы там были в отъезде, что-то не получалось, у нас еще не было, негде было жить, и пришлось здесь там в палатке, и он кормил там их, покупал шашлыки, баловал там на костре. Вы знаете, сейчас смотрю, как Бог благословен. Он еще и нас обогнал. Вот. И посмотрите, какая дружная и большая семья. Слава Господу! Это милость Божия, это слава Божия, это действие Божие. Бог явно показывает этому миру, что есть мир и жизнь, и люди, которые живут на этой земле, своими другими ценностями водимые, друзья мои, жители неба. Да благословит Господь, да прославится Его имя. А этот парень помог мне палатку построить рядом на Бахтине.